На днях произошло для меня знаменательное событие. Ну, один еще из этапов моей работы. Теперь уже совсем редко, и в книжном издательстве вышла книга из типографии. Вот она, Надежда Тендитник, это старейшая и авторитетнейшая иркутская литературовед, насколько я знаю. Что интересно, я оформлял, наверное, одну из первых книг про нее лет, наверное, 30 назад. Вот. И вот сейчас Валентина Андреевна Семенова, тоже иркутский литературовед, редактор бывшего книжного издательства, подготовила такой сборник и предложила его мне оформлять. Для меня эта работа отличалась от других, ну, нечастых уже сегодня работ в книжном издательстве. Отличалась, поскольку мы как-то встретились с Валентиной Андреевной, и она мне посетовала, что сегодня книжная графика, книжное оформление в Иркутске в очень плохом состоянии. И мы ностальгически вспомнили нашу совместную работу в издательстве, и она мне вот... Тогда я сказал, так я готов, в общем-то, почти бесплатно делать. Ну что делать, мне же это интересно, это же моя профессия. И вот она мне это предложила. Ну вот я здесь демонстрирую, в общем-то, этапы работы, как это делается. Ну, может быть, это не характерный, скажем так, пример, поскольку я работаю необычно, что ли, если можно так сказать. Мой стиль работы, я делаю очень много вариантов. Это мой недостаток, это может быть мое достоинство, но обычно я делаю очень много вариантов. Ну, это специфика, о которой надо говорить отдельно. Вот здесь вот можно будет потом увидеть, и здесь видно, как много было вариантов. Это я показываю, ну, скажем так, для того, чтобы люди видели, те, которые как бы не близки к этой работе, и понимали, что эта работа, ну, за которую платят не такие уж большие деньги, а уж в наших условиях совсем небольшие, по сравнению, скажем так, с зарплатами банковских служащих, там, и клерков, да, банковского офисного планктона, которые получают, наверное, там, на порядок выше, чем получает сегодня вот иркутский художник, работающий в книге. Но речь не об этом. Вот они, варианты. Вот тут все. Я делал, наверное, около десятка, если не больше, вариантов обложек. Я в данном случае делал макет верстки и расположение там фотографий, спусков, заголовков. Все это, ну, если не входит в работу художника, то входит в работу, по крайней мере, книжного дизайнера и технического, и художественного редактора. И надо отдать должное, вот технический редактор и Нина Александровна Мазутова, которая занималась версткой и технической подготовкой этой книги, она тоже очень внимательно отнеслась к работе. Короче говоря, вот это одна из немногих книг, которая меня порадовала, поскольку, ну вот, из всех, наверное, 300, если не больше, наименований книг, которые вышли в моем оформлении, очень редко бывает удовлетворение. А здесь, ну что, конечно, я как всегда говорю, можно было и лучше, но спасибо, что и так получилось. Книга неплохая, на мой взгляд, получилась, как пример, как положительный пример, в общем-то, внимательного отношения и сотрудничества художника, редактора и выпускающего исполнителя.